закончены штукатурные работы, шпаклевки. В Одинцовском городском округе к 1 августа приведут в порядок 393 подъезда многоквартирных домов. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил ход работ по одному из адресов. Здесь четырехподъездный дом на улице Любы Новоселовой, дом 13. Идет как раз процесс ремонта. Где-то красят стены, где-то уже упаковывают слаботочку в короба. Заменили окна, привели в порядок, соответственно, входные группы, козырьки сделали. Все проверяем вместе с жителями. Обязательно у нас работает технадзор. 49 подъездов в округе уже отремонтированы по региональной программе. Качество на первом месте, отмечает генеральный директор АО УЖХ. Еженедельно по адресам, где идут ремонтные работы, проводят проверки. Три подъезда этого дома находятся в состоянии 90% готовности. Ну, основное замечание – это где-то может быть не совсем качественная покраска. Где-то неровно лег штукатурный слой, требуется выравнивание. Где-то лишнего мазнули кистью, где-то, может быть, чуть-чуть недокрасили. Дальше еще, как правило, в недоделках остаются неубранные в короба провода слаботочных коммуникаций, то есть это вот интернет, телефонные кабели, вот это вот приходится доделывать. Замечания будут устранены в ближайшее время. Руководитель муниципалитета также напомнил, что жители могут проголосовать на портале «Добродел» по вопросу об устройстве колясочных зон в местах демонтажа мусоропроводов. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».